Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня трэш по скинам будет, я надеюсь. Мы выбьем быстро или не быстро. Я решил забирать скины себе на английском сервере, так как сегодня есть необходимые нам скины. Некоторые в донате. В принципе, особо гнаться нету, я уже показывал. То есть скины со временем начали продавать. На некоторых серваках быстрее. Вот сегодня мы будем пробовать на заклинательницу дособирать скины. Тыковку также я прокачал. Неплохое накопление. Изменили его. Так, где там наша тыковка? Раз, два, три. Отлично, тыковка у нас тоже докачанная. Вот такое накопление. Завтра придется ару забрать. Его тоже надо будет докачать до максималки. Он вроде у меня тоже не докачанный. Сейчас я гляну. Да, он не докачанный. 19, завтра будет 20. Такс. Забираем эти плюхи. Так, еще у нас есть Мэри. Так, а что у нас сегодня? Что-то завтыкал 1 плюс 1. А да, 1 плюс 1 сегодня. Вот так вот. Просто, просто кайф. Так, поехали обратно ее. Еще подкачаем. Так, отлично. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, у нас сегодня есть обалденный, в принципе, дискаунт. Я уже показывал, то есть плюхи здесь реально крутые. Давайте сейчас попробуем посмотреть. Вот, смотрите. Суперсила. Для бездоната вообще вариант обалденный. Получить эту чарку для тыквы. Думаю, оно того стоит, потратить даже там 8000 самоцветов. Она изначально стоит, но оно того реально стоит. Потому что это одна из топовых чар для некоторых дамагеров и одна из топовых чар для тыковки. Такс. Еще какие-то есть коробочки. Так, вроде все. Окей. Поехали дальше. У нас сегодня есть, в принципе, классный коллекционер. Я уже собрал ведьму-морозницу. Я за самики ролил, там фигня. Мы получаем 100 слизней. Причем эти слизни реально топовые. 4 героя можно прокачать на 10 скилл без доната. То есть для бездона это реально самая кайфовая тема, которая они есть. Именно такие коллекционеры. Я показывал коллекционеры на немке. Там по-своему крутой коллекционер, но недавних времен его похерили. На английском сервере бывает раз на раз, ну и здесь. Но сегодня реально это топчик, потому что дают 100 слизней. Вот так вот. Мы сейчас попробуем за ЗП-шки. Сколько у нас там ЗП-шек. Надо, кстати, не забывать каждый день делать вот так. Добивать. Вот у нас 50 миллионов ЗП-шек. Вот для бездона вот такая вот тема еще. Еще раз показываю, те, кто не знают, как можно там без самоцветов достать. Заодно и посмотрим, сколько у нас уйдет на ведьму-морозницу. Так, ангел, ангел. Этот роллинг тоже всчитывается. Сможем ли мы выбить? Но в основном я на немке, на других пробовал и реально падает. Потому что синих героев здесь посложнее, конечно, выбить. Но зеленые, как видите, гарнизонные падают неплохо. Посмотрим, какой шанс. Слизни, слизни, дриада. Смотрите, просто морозница тупо не падает. Инженер. Ангел. Бочка, имба уже даже выпала. Снайпер. Ведьму, походу, отсюда убрали. Вот она, есть. Итого у нас ушло 53 попытки.
По суті, ушло 800 тисяч ЗП-шек. Ну, я вам скажу так, 800 КЗП это не так уж и много. Если учитывать, что на этих серверах дают хорошие плюхи, 800К это 20 книг. 20 книг потратить на 4 героя для топовой прокачки на 10-10, я считаю, это того стоит. Так, окей, поехали дальше. Дальше у нас трэш, нам надо выбить гарпию. Все ради гарпии, ребят. Для чего гарпия? Потому что надо достать скин, который я показывал. То чувство, когда тебе не надо ролить ничего, ни одного героя, у тебя куча гарпии, ты чисто так же, я бывает там скитальцев добываю и прочее, когда надо какие-то ресурсы, все равно по сути самоцветы Бугимен, Варлок, скиталец, Санта-Бум, Рогатка, Вала-Вала, Плант-Вориор. Нормально так падает, да? А нам надо просто обычная гарпия ради скина. Гаргун. Сердцеедка. Сноу. Да. Друид. Где моя гарпия? Они издеваются. Сноу. Капец просто. Посмотрите, сколько всего падает. А нам надо просто обычная гарпия. А сколько топового героя мы уже затащили? Я не знаю, сколько самого у нас ушло. Тандергод. Имхотеп. Санта-бум. Ну давайте, где моя гарпия? Осмо, нифига себе. Вот это да, суккуб. Феникс. Офигенный роллинг. Тритон, Медуза. Бугимен еще один. Сколько нам лех выпало? Махатма, я с утра тоже ее вытащил. Асура Атлант. Так, Паладин, Валентина. Вала-вала еще один. Жесть. Череп, Гаргул. Вот, есть, наконец-то Гарпия. Ну, практически у нас ушло нормально так. Практически 100К. Так. Окей. Поехали, заберем пушки. Ну, считайте, кроме хранителя собрали full коллекционер, получили еще сундучки, получили тихое. Ну, это, в принципе, тоже довольно-таки неплохие плюхи. Это нас просят на аренку сбегать. Что я могу сказать? В общем, вот так вот, в принципе, и роллинг получился довольно-таки крутой. И плюхи мы получили обалденные. К сожалению, на русском сервере коллекционера у нас нету. Такс. Окей. Поехали, докачаем наши скины.
Вот такие вот плюшечки. Так. Скинули. Вот отлично. Практически 2,2. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Сделаю сегодня вам интересный видос по поводу Мэри. Всем удачи, всем пока.